прозвучит наиболее известный во всем мире романс Чайковского «Только тот, кто знал». Это авторский перевод песни юной артистки Миньоны из романа Гёте «Ученические годы Вильгельма Мейстера». Русский поэт Лев Мэй сделал свой вариант перевода от лица мужчины. Наибольшую известность этот романс приобрел в США. Многие известные эстрадные певцы исполняли этот романс, включая Фрэнка Синатру. You're